Всем привет, меня зовут Савершенко Павел, вы на канале Савершенко Павел, маркетинг, бизнес и семья. Я бы хотел немножко поговорить о планах на 2019 год, какие у меня, у нашей семьи планы. Можно, конечно, ставить цели, писать планы и так далее, да, и добиваться всеми усилиями, правдами и неправдами. Это, безусловно, тоже выход, безусловно, тоже результат. Но даже если вы те планы, цели, которые поставили, и вы не осуществляете их, не стоит расстраиваться, потому что всему есть свое время, всему есть свой период, жизненный цикл. И все эти ситуации, которые будут проходить в вашей жизни, даже если они не будут сходиться с вашими целями и планами, они вас все равно будут двигать к тем вещам, тем целям, тем планам, которые именно вам нужны в вашей жизни. Поэтому для нас 2019 год – это достаточно такой знаковый год. Из-за чего? Из-за того, что в 2018 мы, можно сказать, преодолели такую грань в нашем путешествии. Мы отправились в кругосветное путешествие без возврата домой, да, то есть мы освободили в своей голове, можно так сказать, место и открыли разум для того, чтобы все-таки не обязательно возвращаться домой, для того, чтобы получать какой-то доход, зарабатывать деньги. А можно это делать именно в путешествии. И не то, что... Да, Макс, он там, он сказал, большой, выступает на сцене. Вот. И не то, что только... Тут Макс не слезет, там, стой. Ну, давай я тебе помогу. Иди сюда. Да. И не то, что только в 2019 год мы ставим на именно укрепление, да, то есть усовершенствование тех навыков, которые мы получили за прошлые годы, чтобы уже выйти на постоянно растущий пассивный доход разными инструментами в 2019 году и улучшить качество Макс. Качество нашего путешествия, то есть не только автостоп, каучсерфинг, да, и там какие-то минимальные стоимости по проживанию и по еде, а добавить в нашу жизнь хорошие дорогие отели и хорошие кафе, рестораны, то есть к чему многие люди привыкли. Также помочь большому количеству людей начать менять свою жизнь, начать путешествовать, начать получать пассивный доход, воплощать свои идеи в реальность, быть вместе с семьей. Ну, в общем, менять этот мир к лучшему. Вот такие вот у нас планы, вот такие вот у нас цели. И, конечно, посетить в 2019 году новые страны, новые города. И улучшить качество нашего видео, нашего контента. Да, с помощью лучшего оборудования, лучшего монтажа. Возможно, открыть еще один канал по популярным тематикам среди детей в постановочном видео. В общем, пишите в комментариях, снимайте видео, какие у вас планы на 2019 год. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока!